Матч-реванш между Кавом Свонсоном и Фрэнки Эдгаром пополнит карт турнира UFC Fight Nights 128, который состоится 21 апреля. Временный чемпион UFC легкого веса Тони Фергюсон снимается с чемпионского поединка против Хабиба Нурмагомедова на UFC 223 по причине травмы. Это стало четвертой отменой поединка. Фергюсон будет лишен временного титула. А на замену Фергюсону выйдет чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй. Победитель боя Нурмагомедов-Холлоуэй станет неоспоримым чемпионом легкого дивизиона UFC. Президент UFC Дана Уайт заявил, что не намерен в будущем предпринимать пятую попытку провести поединок между Хабибом и Тони. «Четыре раза. Я никогда больше не буду делать этот бой. Никогда», – заявил Дана Уайт в разговоре с ESPN. Напомним, что бой срывал каждый из них по два раза.